Автомобиль угнали в Башкирии, а нашли в Хакасии. Полиции удалось задержать злоумышленников в Абакане. Это двое мужчин, проживающие в столице республики. Одному 35 лет, второму 41. Их жертвой стала жительница одного из сел Башкирии. Она оставила свою Toyota Camry у дома, а утром машины на месте не оказалось. В ходе расследования полиция вышла на след угонщиков в Хакасии. В Башкирию они приехали целенаправленно. У них были устройства для взлома сигнализации, поддельные номера и документы на машину. На угнанной иномарке они приехали домой и некоторое время ездили на ней. Потом планировали продать. Хотя на машине уже заменили двигатель и были перебиты номера, опознать ее удалось по характерным царапинам на кузове. Вот что рассказывает один из задержанных. Когда я ехал, я обратил внимание, что стоит автомобиль, как бы, ну, который мне нужен Toyota Camry. Поехав чуть дальше, я остановился и подошел, ну, вышел из машины и подошел к ней. Дернул за ручку, дверь была открыта. Размотал прибор, внутренний транслятор, Toyota Lexus. Размотал прибор, поймал сигнал ключа, сел в машину, завел ее, сел, поехал. В отношении подозреваемых в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. В настоящее время данные лица отрабатываются на возможную причастность к иным совершенным преступлениям на территории других субъектов Федерации.